Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Индонезию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с модом Beta Balanced Game. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не с самого начала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому ролику, либо появляется в верхнем правом углу. А также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Всем остальным приятного продолжения просмотра. Я готов. Так, давайте, кто там? Караген, давай посчитай. Раз, два, три. Кто у меня грабит клетки? Ну, я не вижу вот этими юнитами, что он может меня забрать вообще, честно говоря. Не-а. Просто нет. Тем более, сейчас я еще Виктора качну. Нет! Подстава от игры. Что случилось? Да, у меня катапульта вышла. Так, тут прокачиваемся. Тут. Так, надо мне все города на культуру поставить, чтобы был фокус, чтобы они обрабатывали именно клетки с культурой, если это возможно вообще. Ну! Блин, я вот тут пропускаю производство. И в Тубане пропускаю производство. Насчет? Ну, мне только катапульту убрать, если ты хочешь ее убить именно, то давай насчет. Так-то я тебя атаковать не буду. В принципе, я не особо хочу ее убивать. Окей, тогда я просто увожу. Ну, ты же видишь, что как бы, ну, по-моему, без особо вариантов, нет? Тебе так не кажется? Да. Тяжеловато, я согласен. Я еще катапульт понастроил уже. Если бы у тебя были хотя бы эти каравеллы с фрегатами. Это да, я согласен. Два хода до арбалетов у меня. Я не знаю, конечно. Что-то взял на ровном месте, поссорился. Маркиз. У меня, кстати, тоже очень неплохой флотовой. Я выполнил задание Наски. Ребята, если у меня город отвалится... Ну, что поделать, когда жить негде. Ребята, если город отвалится по лояльности, то как работает? То есть там юнит пропадет или нет? Нет, если там юнит стоит, то он, по-моему, не пропадает. Останется стоять в центре, кстати, города. Позиция. Что немножко туповато. Слушай, а давай ты как так вот в последние секунды не будешь атаковать? Ну, ты тоже меня начал атаковать. В смысле? Я прострелял последним юнитом за 10 секунд. Ты проатаковал двумя юнитами, подошел, что я не могу твоих лучников обстрелять моими лучниками твои эти. Двойной ход? Типичный. Почему? Мы же насчет. Ты подошел в последний момент юнитами так, что убил мне город.
так? Я не смог их обстрелять лучниками своими. Я же не обстреливал твой корабль в последнюю секунду. Подожди, ты сначала обстрелял, потом я начал. Давай. Где ты здесь? Какие а, обстрелял? Нет. Я одним юнитом обстрелял твой город. Ты подожди. Блин, ну слушай, ну что мы начинаем? Ты специально не подходил юнитами, чтобы я не мог обстрелять их лучниками. Ты проатаковал мой город теперь кораблями, чтобы сразу в начале следующего хода опять его проатаковать. Двойной ход типичный. Просто чувак уже пытается хоть какими-то методами. Хоть один город нет, захватить. Что делать-то будем? Просто некрасиво. Ну, объективно ты как бы... Так. Можешь дальше упарываться, но 36, я... 36. Гоню и... Ну и все. Он может захватить Тубан, но потому что благодаря этому двойному ходу, типа он такой в конце, о, можешь, как я круто придумал. Играть интересно. Поплыть в море, колонизовать острова, учить механику этой ЦПшки. То есть, ну не знаю, решай сам. Не, ну мне, то есть я больше как бы юнитов не строю, все, у меня там, ты заперт с двух сторон, с обоих выходов. Будем союз заключать? Шар. Алексей, по счету? Да. Я готов. Я тоже. Караген. Раз, два, три. Так, мне 4 хода до Джонок. И он будет плакать. Я надеюсь. Если что, я отбиваю этот город практически сразу. Так, правительственная площадь, давайте зал для приемов. А, так я арбалеты могу сделать уже. Я даже, наверное, сделаю арбалеты. А реки больше не осталось, да? Он может, у меня, скорее всего, спалит этот город следующим ходом. А сколько на такую карту, подскажете? 5 или 6? 6. Ну, чё, да почему 4 религии 6 написано? Я, кстати, могу 4 юнита и получить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если 8 юнитов. И ускорю наемников. Я готов. Не забудьте. Раз, два, три. Китаец. Да. Тебе какой союз будет? Далеко? Франция. Китай еще до союза далековато. Не знаю, как хочешь. Он даже походу и не заберет даже этот город. Может, культурный? Может, культурный.
А со мной кто-нибудь хочет союза? Давай. Мапуче го научно. Эх, такую хорошую галеруби. Немец, почему пикейщики? Ну то есть они просто чудеса света, этим самым легионерам. Жилье. Давай, давайте. Там же позволяет там же здание покупать. Дается еще дополнительно. Лишь союз будем? Да. Я помню. А я открыл его? Китаец, ты же понимаешь, что если ты меня сожгешь этот город, у меня просто уже терять будет нечего. Ну, понимаю, и... Ну, я готов. Я тоже. Раз, два, три. Ребята, в чем смысл упорки, я вот не понимаю. Это... Ну, то есть победил. Это вопрос к китайцу. Да, то есть когда ты победил, это ведь сразу понятно. Ну, то есть, а зачем дальше-то игру портить? Она. Вот у меня умер. Да блин, что ж оно выскакивает все? Что-то мне с этими катапультами все не везет. Рим, не думаешь, что это слишком близко? Что? Думаешь, что это слишком близко? Ну, а это столица твоя, Китаю, да? Походу, ГГ будет. Он, видите, он даже все, он все развитие туда бросил. Ну, блин, ну, ребят, ну, метки ставить надо. Нет! Не трогай Федю. Ты такой кровожадный какой-то. Ты видел мою территорию? Нет. Ну, ты же не разведчик. Да я не хочу на твою территорию смотреть, что ты всех... Да блин, а как, где мне жить? Ну у тебя там другие соседи есть, что ты ко мне лезешь? Не понимаю. Лёша, мы будем союз или я буду в такого... А, стоп, я тебя проатаковал. Я что-то не подумал. Ну, она жива еще, галера, я ничего дальше не делаю. Ладно. Если там отсюда не выйти. Ну да, тебе оттуда не выйти, действительно. Можно воевать? Можно. Так, а где тут у меня были мои джонки? Все еще не открыты, да? Нет, убил Федю все-таки. Ну, вот Федю я тебя не прощу. Я еще думал, конечно, простить тебе. Но Федя... Норвег. У нас с тобой караваны плюс 20 золота. Боже, у нас еще и Норвегия есть на карте. О, я хочу, кстати, вот теперь я хочу... А колосс кто построил? О, давно уже его кто-то построил. Блин. Подозреваю, что это китаец. Нет,
Я думаю, китайцы... Я думаю, да, у китайца было чем заняться. А, и тем не менее, это был я. А, ну то есть, понятно. Он в каравеллы вышел, ну а я вышел в джонки. Нет, ну... Что там всего лишь? 4 заряда строителей. Один строитель, и все готово. Ну, я довольно много могу джонок сейчас, мне кажется, построить. Боже, кого мне там убили? Где-то. Блин, мне селитра нужна, оказывается. Ё-моё. Алейнора, предложение. Чё, я Англия у нас? Это Франция. Мапуче, предложение. Так, мне еще нужны, значит, эти. Флотоводец мне еще нужен. Вот он, броненосец, класс. Давайте проект проведем. Судоходство в гавани. Ребята, вы все успеваете играть? Да. Ну, предлагайте, я не знаю, что там. Компуса или промка? Надо же после вольнодумства в нормальные компуса выходить. Ну, давайте тогда я компуса предлагаю. Ну, давайте, давайте за компуса. Ну, поддерживаю. Торговые пути. Давайте к Норвегу. Не, давайте либо к Мапуче, либо к Алейноре, я не знаю. Давайте к Мапуче. Я бы к Алейноре бы согласился. Ну или давайте за меня, к Алейноре. Алейнору тогда. Я не знаю, кто это. Слышал такую пословицу, все дороги ведут Рим, торговые пути. Дипломатическая победа. Согласен, за Рим. Почему за Рим? Вообще ни у кого нету... Этих очков дипломатической победы. За себя пытаемся тащить. Не, я про торговые имел в виду. Так кому очки даем? Себе. Каждый за себя. Сколько вбросит, столько вбросит. Понятно.
кусок пустыни. Рим, ты просто, ну, фидишь, ты супер-супер даешь самого, много опыта. У меня город Певна Ману, видишь? Ну, бывает. Певен Мапу. Шар. А, что? Ты Певен Мапу видишь? Да. Там сейчас должно быть очень, ну, через пару ходов очень вкусные торговые. Хорошо. Ноби, мы дружим? Ну, ты поселил меня в столицу, как бы особо желание дружить. Китает. А Леонора предложение. Китаец, тебе надо считать, или мы можно так воевать? Ну, прежде чем юниты отводить, мог бы ответить. Это же лишает преимущества. Да, я понимаю. Просто там вот этот великий флотоводец дает броненосец. Это крутое. Так, давайте теологию откроем. В теологии мы сможем теократию принять. Скидка на покупку. Ну и карточка там плюс еще. Thank you.
читаю предложение. Что 300 веры покупки джонок, это как дофига. У меня фигово вера капает, на самом деле, я не смог ее раскачать, как хотелось бы. И у Канады там даже, ну, а остальных, конечно, мало, все. Какая религия? У Канады религия. И два неизвестных игрока. Защитник веры взял. Насчет Тулузы мы как бы немножко Франция не договаривались, по-моему. Понял. Ну, ты мне не показывал, что ты будешь мне... Я же говорю, что, ну, может быть, на это нижнего лазерщика поставлю. А, окей, я она понял. Я неправильно понял, окей. Да, окей. Сгарит. Ну, так-то, да? Ну, это уже более неприятно. Ну ладно, будем что-нибудь думать. Смотрим. Ну хотя, в принципе. Посмотрим. Блин, он там читает проекты вместо того, чтобы юниты строить. Ладно, я не могу себе это позволить. Ребята, разве разрешены союзы? Сговора. В смысле союза сговора? Как? Ну вот. Нельзя сговариваться? Приваты? Что? Нет. Приваты, да. Приваты нет. Привет, Рим. Привет. Тут Нубия и Германия. Вармон. Я за них очень рад. Рима, ты можешь посмотреть предложение? Ну, дай. Блин, у меня 6 послов. Надо бы будет первого посла отправить. Так, хочу на счет галеру свою спасать. Ой, Германия, спасибо. А, подожди. Не-не-не, я это не имел в виду. Ты обидишься, если я твою джонку с луком проатакую? Нет, не обижусь. А ты еще ходишь? А, подожди. Я ж не думал, что ты еще ходишь. У меня вообще ход закончился уже. А да, почему ты еще ходишь, я не понял. Германия, друг, слушай, я... Боже, грузится. Я не рассчитывал отдать колонн. Я это ошибся. Если честно. Ну, я понимаю. Готов. Раз, два, три. Агентом мировой судьи. Да. Есть такое. Но мы же начали что договаривались. Так счет же был. Ты что, не слышал, Караген посчитал раз, два, три? Нет. Ну, как так сказать, ответочка, как я не слышал. Ну, Караген же считал мне, или мне показалось? Считал же он? Считал. Германия, дай кулон и давай дружить. В
смысле, а почему теократия нет? А, блин, она в монархии. Какой мне плюс? Нет, стоп. Никакого. Ну ты займешься полезными делами. А, теократия еще аж там только. Блин, ладно, ну мне все равно надо поменять. И качаешь мои войска. А осадные стены мне уже не нужны. Легионер 4-го будет уровня. Вот так поставим. Да пожалуйста. Ты же не пробиваешь, у тебя... Ну, скажи, чем ты хочешь пробить колонну? У тебя есть юниты, там, которые могут это сделать? Забирай его, забирай. Ну, я-то заберу, я просто мир успел. Предлагаю. Здоров. Чуть-чуть до кругосветочки. Похоже, я не доплыву. Китай будем на счет или... Окей, тебе. В принципе, я готов, чтобы ты атаковал мои юниты, я просто постою тогда. Я думаю, ты мне тут не особо. Нет, есть что-то. Ну, давай на счет, хорошо. Готов водить. Что? Да, ты только готов? Войска отвести, да, давай на счет. Да, готов. Караген. Раз, два, три. Мне надо было подождать вот до этих двух флотоводцев и нападать армадой броненосцев. Вот это было бы уже интереснее. Интересно, как бы ты нападал армадой броненосцев, когда у меня были бы джонки? То есть, подожди, ты не заключаешь со мной дружбу, берешь всех флотоводцев, а я бы такой сидел, ждал, когда же он на меня нападет? Ну, примерно. Отличный план. Немец, а там на севере нету точно островов всяких разных, интересных? Ты там все разведал? Слушайте, а компонги на рифе можно ставить? Кто-нибудь в курсе? Нельзя. Тупо не успеваю, конечно. А, викинг, уплыви, пожалуйста, дракаром своим, потому что ты мешаешь. Единственное, жалко, что джонки в океане не плавают сами по себе. А армада это 3 звездочки или 2? Следующий ход по счету. Да я постою. Мне что-то кажется, у тебя сиань не выдержит. Thank you.
Не успел. Ну, мог же, чтобы он мне культуру давал. Мне надо не наука, а культура, как мне кажется, здесь. Ну, хотя и пингало тоже будет. Плохо там. Я загрузился и готов, чтобы ты меня атаковал. Я тоже готов. Атакуй. Считай. Атакуй. Не, я стою, атакуй. Ну ладно. Вот ты гад, а. Ну, посмотрим, посмотрим. Викинг, блин, убери свой корабль. Я же попросил, ну не мешайся, но все равно приплыл и мешается. Не расслышал. Я к викингу обращался. Так. Эх, ребят, ребята, пока вот вы упарываетесь, видите, там парни строят компуса. Так а что сделать? Китайцу все вопросы. А могли бы жить дружно, и нужно было всего лишь-то. Как-то взаимодействовать. Шарнетная религия не нужна. Нужно было всего лишь не селиться устойно. Разведчик. А не хочет там какой-нибудь сосед Китая его с другой стороны попилить, чтобы это все быстрее было? Там дружба. Ну и зря. Кличанину. И ну идти через одну клетку. Но если только я напасть могу. Бегу, конечно, можно было приплыть. А на Джонок это сила. Ну, теперь на счет. Мне надо твой этот броненосец убить. Хорошо. Блин, тут еще и варвары появились какие-то. Я готов. Так, тихо. Я не слышу. Короген, произнесите что-нибудь. Раз, раз. Слышу. Да, слышу. Раз, два, три. Не хватает, блин. Да, блин. Почему вот такой интерфейс у шестой цилы, что как бы интуитивно непонятно, куда жамкать? Каждый раз вот какие-то лишние действия. В других играх, которые я реже играю, у меня такого нету. Только вот шестая цила такая особенная. Так, акведук. Там бар надо. Я, можно насчет... без счета, я стою просто, жду начала твоего хода. Хорошо.
Да ладно. Блин. Подстав. А мечником? Мечник, наверное, умрет, да? А, не захватил. Ничего себе. А у него полное здоровье было? Нет, половина. А, странно, просто юниты с полным здоровьем, вроде даже разведчик может захватить город с современными укреплениями, если они полностью убиты. Полное здоровье. Мапуча, Элеонора, предложение. Кри, предложение. Следующим ходом на счет. Хорошо. Ну, давай просто ты уберешь свой броненосец, и мы сразу начнем ходить тогда, да? То есть я так понимаю, что ты его хочешь спасти. Жду твоего хода. Можно мечника пока апнуть? Что? Мечника можно апнуть? Давай. Можно. Можно. Атакуй. Ты ходишь, нет? Чуть не убил мне маленькую джоночку мою. Так, обмен? А? Обмен, флот на армаду. А где флот? Так, а, я почти тот... твой город взял, потому что у меня был флот квадрирем. Ну, такое, знаешь. Ты почти взял, потому что ты двойной ход сделал в конце хода. Или апнусь, я лучше апну, наверное. У меня что, одна триремы, что ли, осталось? И все? Если галера. Да, ну мне надо в каравеллу. Так, ну мне надо тогда еще галеру построить. Как ни странно. Что мне надо две каравеллы для апа и ускорения. Мапуче предложение. У тебя караван будет. Алейнора предложение. Что-то какая-то странная карта у нас. Готов на счет. Он готов? Китаец. Да, можем не на счет, я атаковать не буду. Я пропущу. Ну, окей.
все еще первый посол у меня. А, блин, я тут забыл и сюда бросить, и сюда бросить. Кстати, раз первый посол у меня все есть, так это очень неплохо. Давайте в Ереван. И в Фес. Отлично. Так, тут ждем каравел. Мне бы на самом деле что-нибудь за один ход открыть и карточку на апгрейд поставить. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!